Расскажите, как вы попали в джуру? Что это такое? Мартыненко Оксана Сергеевна пришла в диаспору. Очень была счастлива, очень была довольна тем, что диаспора на самом деле собирает не только переселенцев из Крыма, а вообще переселенцев. Луганск, Донецк, то есть всех людей, лишенных своего дома. И на волне вот такой вот эйфории того, что здесь все свои, того, что здесь счастливы, рады видеть таких вот, собственно говоря, как и сами. Вот. Желала помочь, чем могла в тот период. И когда возник вопрос о том, чтобы поехать повезти детей крымчан на первенство Украины по игре, военно-спортивной игре «Сокел Джура», конечно же, вызвалась, потому что это немножечко еще связано с моей профессией. Я понимала, что я могу что-то сделать, чем там помочь. Ну и, конечно, сопровождать детей диаспоры и своего ребенка в том числе. Вот таким образом попала в этот проект. Так джура – это спортивная, военизированная игра. Что это такое? Сокел джура – это целая система. Система образования, система воспитания, система развития. На данном этапе вся система образования нашего государства, большого государства Украина, вся система образования Украины строится именно по принципу «Сокел джура». Это все проходит в письмах, в постановлениях Министерства образования, которые спускаются сверху, поскольку она берет за основу истоки казачества, истоки непосредственно развития украинской армии с самого начала и делится согласно возрастной категории. То есть есть казачки, есть джуры и есть соколы. Соколы – это те, которые уже готовы идти служить в ряды национальной гвардии, в ряды нашей украинской армии, чтобы защитить, собственно говоря, гражданство и граждан Украины. Ну и, понятное дело, если это целая система, то сюда входит и изучение истории Украины, в том числе и казачества, это и физическое развитие, это и военизированное развитие в какой-то степени, это всеобъемлющая такая программа, которая поможет, в общем-то, воспитать настоящих патриотов нашего государства. Итак, джуры, как я поняла, это как раз подростки. Да? Джуры – это подростки, это 13-16 лет. Юниоры. Да. Да-да-да. И вы собрали, да, как быстро крымчане откликнулись на участие в таком мероприятии? У нас было очень мало времени, команда сколотилась буквально за пару-тройку дней. К сожалению, один ребенок, который собирался с нами ехать, в последний момент заболел, и мы уже не сумели найти замену, поскольку документы, к сожалению, решают все. Все упиралось в списки, все упиралось в прохождение больницы, в оформлении дозволу на участие. Но нас мало, но мы в тельняшках. А еще... Мы поехали благодаря, опять же таки, благодаря диаспоре. Мы собрались, в том числе и материально. К сожалению, очень мало людей в материальном плане откликнулись на то, чтобы оказать нам какую-то помощь. Дорогое было это участие? Достаточно дорогое участие было. Но диаспора изыскала средства, чтобы отправить своих детей для участия в этом соревновании. То есть надо было что, оплатить дорогу, питание, обмундирование, что? Какие пункты были вот эти затратные по деньгам? На самом деле мы ехали первый раз. У нас была разведка, так сказать, боем. Увидев то, как приехали команды из других областей, мы были, конечно, шокированы, потому что команды ехали автобусами, большими автобусами. 8 человек команды и 2 сопровождающих везли непосредственно в автобусе. То есть там было несколько обязательных видов одежды. Это оборудование, был такой конкурс, когда помимо палаток должны были присутствовать всевозможные флаги, всевозможные какие-то реквизиты, которые подтверждали название команды, показывали, что это за область, чем она славится и так далее. У нас, к сожалению, был только флаг.
У нас были палатки и все. Но исходя из того, что мы имели, у нас, слава Богу, добрые люди тоже откликнулись, сделали нам форму, в которой мы были везде, потому что у нас не было ничего другого. Но зато соколы Крыму видны везде. Вот эти вот кепки «Соколы Крыма», футболки «Соколы Крыму» и наши мордочки, наших соколят есть везде. Соколята 7 человек было, да? Откуда они? 7 человек. На самом деле это были практически все они крымчане. Собирали мы их в Киеве и в Киевской области.